летят гагачи на юг. Не знаю, видно на экране, не видно. Полетели в теплые страны. Смотрите, друзья, какие удивительные краски осени. Вот это, да, вот это грибник. Утром мы ничего не поймали. Вообще, нет одного окушка. Поймала Людмила, сейчас за грибочками выбрались. Вот такой красавец. А? Как он, шикардос, да? Жалко, что несъедобный. Он нашел еще каких-то грибов, не знаю, съедобные, несъедобные. Дойти не хочет, сейчас нарежу, не знаю, может поганки какие. Какая-то вон фигня у нее, юбочка, шапочка в дырочку. Не знаю. Ну, если что, выбросим. О, нарезала. Сейчас специалист придет, по шапке мне надает за сбор поганок. А я предупреждал, что я грибы собирать не умею, не различаю. Товарищ специалист, вы там скоро? А, где грибы? Вот здесь грибы. Вот прямо тут. Ни хрена себе. Я поганок набрал, я да? Я с тобой буду ходить. Это маслята. А-а-а. Хороший гриб, надо посмотреть. Есть них нормальные, такие червивые. А у меня там, он видишь, что? А ты попробуй такие черненькие. Вот один увидела, и ходишь вокруг. Не, я их пробовать не хочу. Не, пробовать не надо. А ты, говорит, попробуй один черненький. Да. Нормально, говорит. Попробуй, так пробовать не надо. Ну что, все червивые? Да нет. Не все, только половина. На ведро тащит там штучек 7 тех моих. И вот еще вот такой офигенный грибник. Прошу. Ух ты, специалист по маслятам, что ли? Я не знаю, как они называются. Короче, я поняла, есть это маслята, они по краю растут. Но это не по краю, этих я в яме собрал вот здесь, вот за камнем. И все червивые. О, здорово, насобирал. Знаешь, я переживаю. Я переживаю, что я зря нагибался, подрезал, нес. Все в отходы. Смотри, прямо на твои глаза. Вот он красивый грибок. А, это тот, который выпал. Вот как... Вот, как прямо на твои глаза. Вот он красивый грибок. Как березовичек. А. Нет, это немножко парстится. О, кадр классный, да. О, прямо на моих глазах, прямо на помойке. Прямуха. Прямо на помойке, а? Ара. О, на ара. У края. Там чуть дальше. Ну вот столько вот всего. Сколько тут ведро? Литров 20. Ничего не видать дальше 100 метров. Я бы чуть-чуть вот навалил. Thank you.
Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну и что это там есть? Уклейка? О, ух ты, хорошок. Ну, ты даешь, ух ты. Женщина. Угу. В руку-то возьми, в руку, в руку, в руку. Мелкая, мелкая леопардовая. Леопардовая? Да. Леопардовую брать не будем. Как гуляет. Вот, товарищи, обратите внимание, есть женщины в русских селениях. Видите, на ней летняя кепочка в дырочку. Но сегодня еще более-менее тепло. 8 целых градусов. Ветерок такой легкий-легкий на воде. И, внимание, контраст, сразу пленный немец. Та-дам! Кепочка, повязочка, чтобы уши не надуло, капюшончик, чтобы шею не дуло. Во. Динка, вроде отпустила. Да? Я уже все собрал, не знаю, что-то даже. Меня никто не клюет после одной платвички. Ну вот как ты вытащишь, так и я заново разложусь. Товарищи, так как он у нас один, мы решили его выпустить, этого красавца. Мой зайка. Вишничек. Вишничек. В родной стихи пошел. Не хочешь? Устал он везде. Все, ушел. Ушел. Вылезли. Грибочков на берегу посмотреть. Тут вот такие вот две бытовки. Ну, это, наверное, что-то типа баня. Все вокруг этой стояночки загажено. А? Так. Ну, это, видимо, кухня или столовая. Такая вот заброшка. Пахнет затхлостью. Все, кругом срач. Кепочка, пластик кругом. Лежаночка. Куча одежки, иконы. Подарка. Фуфаечки. Я тут-то, тут-то. Людмила меня потеряла. Вот. На минуту нельзя скрыться. Да тут вообще не жалко. О, что-то я с собой-то не закрыл-то. Что-то. А эта штука не закрывается. Так, ребята, сейчас последние числа сентября, и вода вот такая вот зеленющая. Ну ладно, еще вроде смотрится естественно. На берегу смотрите, когда эта зелень концентрируется, прямо как краска становится. Прям камни как будто покрашены. И на пальце ничего не остается. Кто знает, напишите в комментариях, что это цветение такое. Сентябрь. Ну, у ближайшего берега к этим бытовочкам вот сеточка, так что это пристанище браконьеров, походу. О, этой сетки там немерено. Отошли на 200 метров, причалили, опять то же самое. Прямо кругом все. О, это беде. Ушки. И тут прям два шага еще. Ну, рыбалка, мягко говоря, не удалась. Надо порадовать себя шашлычком. Давай, давай, раскочегаривайся. Только все. Ух, мужички после работы накинутся на шашлык.
Что-то сегодня мне не дают, не доверяют насадить. Говорит, сама буду делать. И щепу не хватило добавлять. Ну, нашел, намочил, все ждет, все готово. Ты надеялся, я ее не найду, я так и понял. Я надеялась. Ой, сейчас свой принесу. Хочешь, ты мне сфоткаешь? Ага. Ну, когда шашлычок будет. Ну что, сделано? Чуть воды нету. Ну, шашлыки мне все-таки установить дали. Хотят вот эта вот женщина в прошлый раз, оказывается, врала, говоря, что ей нравится вкус с дымком. Говорит, мне не нравится, сыпь. Ну, просто боюсь, что погаснет огонь. Да почему он погаснет? Сейчас раздуем. У нас что, раздувалки нету, что ли? Ты Люду, я вас. А, да-да-да-да-да. Люда сажает чеснок. Сейчас мы все поддуем, все будет отлично. Первый переворот уже готов. Могу, сними меня, снимаю. Что? Я уже снимаю. ОТК пришло проверять, насколько Хочу, хорошо насколько готов. Вкусно, ты просто сделай хотя бы фото. Так, вот этот еще надо, малюха там красноватенько. Uh-huh. Этот в середину ставь. Сейчас вот этот поделаем. Этот готов. Другой стороной, не лезвием. Okay. Зря точил, что ли? Okay. Простите. Так, а то он тут крутится. Крутится. Ну как насадило, так и крутится. Хорошо крутится. О, какой опад. Так, может сразу... Вот он красавец. Как же жаль, что камера не передает аромат. Видите, как он исходит парком. А. Вот наш вечерний выход начался. Ну прям одну за одну. О, да, вся ля твердовая. Ну, по сравнению с тем, что... Да. Закончим на этой? Нет. Нет? Но ты азартный промоша. Ну, это вот у Игоря с Людмилой баня будет. Старую баню, помните? Я на дрова рубил, Игорь спилил, я нарубил. Вот теперь фундамент заливается в опалубку. Ну что, хозяйка довольна? Я еще не знаю, как это. Еще не знаешь, как это? Первые порции битоуна. Вот чтобы меньше материала уходило, низ опалубки заполняется камнями.
рулю под досками, охотится. 12. Я вас всех. Это как сельфи палка, да? Да. Это идет от работы бани. Ну, встретись. Камни мешают, камни помогают. Да. Ну куда их копаешь, они мешают. Да. А потом они помогают. Так, поехали. Так, сейчас. Потихонечку. Сейчас. Смотри, чтобы не соскочила. Блин, стоп. Блин, за. Подожди, падай. Блин, не, сейчас соскучит. Ставь на место. Сейчас меня соскучит. Ненадежная конструкция, нифига. Сейчас я перебежу. Ну это с этой стороны ненадежная. А дальше пойдет уже более-менее. Здесь просто яма. Так. Давай аккуратненько. Давай. Жирно. Так, сейчас мало. Подожди. Лопат. Да, сейчас я лопаты разгребу. Блин. Эту выдернул, Миш. А, ну. Сюда бы уже, наверное, и не надо, да? Так нам остатки все равно куда-то перепихать. Подожди. Надо встать. А дома уже помоют. Потихонечку. Поднимай, потом лишнее уберем. Давай, лопат. Люда, как боевой конь. Вот да ладно тебе, наверное, крашеная, блин. Это да. Нас снимает камера, да? Да. Тебе не укова, да? Да я не знаю, бля, ложка. Не зря замотался, но хоть не успел остыть, хоть довольно-таки тепленький. Кушать подано? Садись, жрать, пожалуйста. Димкин фирменный шашлык. Ну мы сегодня вдвоем готовили. Наташа. Наташа, садись. Там вот здесь, Саша. Можно перчик было парить. А там у нас еще. Подождите, куда это уже еду? А вот так. Я не знаю, куда еду. Еду надо. Вот эти мелкие. Горчик, да? Супер. Пошли сверху. Да. Да. Можешь все высыпать. Ну что? Повара первым. Да? А я думал, вы первые. Так. Ну, так подожди, я снимать-то на стол. А что, я снимаю уже. Уже? Он уже снимает, какой уже сам процесс. Вас снимается вот такая. Это то, что мы подогреть было. Нормально.
По-моему, немножко суховат. Я положу. Нет, нормально. Нормально? Угу. Ой, за собачка это. Так, Жуля, иди сюда. Она хочет гулять. Шашлык. Сейчас иди гуляй, дай поесть. Угу. Ой, попался. О, это большущая. Как нарезала. Угу. Но все-таки солила ты его зря. Да? Да. Какой красивый. Ну, зато... Миша, он не покажется недосоленным. Да, зря посмотрел. А знакомься, когда в этом соевом соусе, Миша? Да, если главное, сама запомни. Да, ребята, мариновала Людмила мясо в соевом соусе. А перед этим еще и посолила. Да не солила я. Не солила? Не придумывай. Да? Да. Просто все, что красного перца не кинула. Это лишь надо знать, Дима, как делать это. А я узнала. Да, в своем смысле замачивается. Наталья, ну что, а ты-то откусила, нет, шашлык? Как тебя? Еще в пиве и в кефире. Как тебе шашлык? В минералке. А ты обычно в чем замачиваешь? С соусом. Посолить, по соевый соус заливаешь. И лук. Ну, перчик может там. Гуля. Ну, салат не соленый. Готовка она была подогреть. Все-таки с ольховым дымком классно. Наташ, картошку надо было подогреть все холодное. Нет? Немножко соленый. Или это вот этот соус дает такой вот. Да. Быстренько не давай.